Начнем, как всегда, с главного. Она вошла в новый межрегиональный проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Сегодня глава города Юрий Поляков в составе делегации Краснодарского края принял участие в международном форуме «Отдых-2018». Именно в рамках этой выставки прошла презентация проекта. В маршрут уже включены объекты культурного и археологического показа 10 городов страны. В Анапе это раскопки древней Горкипии на территории археологического музея. В рамках форума планируется заключение соглашения между профильными министерствами регионов и Русского географического общества по организации единой сети туристических маршрутов. Именно это, по мнению специалистов, станет отправной точкой для развития Черноморского кластера Юга России.